Всем здорово! Сегодня хочу показать, как своими руками сделать, отремонтировать подогрев стекла. Отдавал машину на затонирование заднего стекла. Отломали мне крепление подогрева. Вот такое вот. Чтобы его припаять, отремонтировать, не пытайтесь назад вот это припаять. Здесь находится тонкий слой олова. Как правило, если он отрывается вместе с кусками олова. Остается стекло здесь. Здесь облудить не получится ничего. Берем шкурку 500 и с водичкой делаем несколько движений. Как только блеск небольшой появляется металла, все, дальше стереть нельзя. Берем проводочки тоненькие, в моем случае 6 штуках. Вот, облуживаем место на стекле. Лудить не нужно. Если паяльником здесь провести, олово все на паяльник прилипнет. Канифолью не получилось облудить. Это место обрабатывал кислотой. Проводок приложил, пшик, все, он припаялся. И так все другие. После пайки нужно все это место обезжирить. И перед тем, как паять, у меня на багажнике лежит, если вот видно через тонировку, фен включенный, чтобы обдувало стекло, чтобы оно было теплое, чтобы резких перепадов не было и стекло не лопнуло. Дальше проводочки все собрал в косу термоусадкой. Здесь клеем намазал, чтобы они не болтались. Вот. Если это у вас и получится припаять, то она припаяется только краешками. И, возможно, здесь будет плохой контакт. Будет греться, и из-за этого может лопнуть стекло. Так что я не советую даже это припаивать, этот контакт. Ничего хорошего из этого не выйдет. А вот так вот краешками припаять проводочки тоненькие. Нужно собрать из проводов сечение, чтобы было такое, чтобы контакты вот эти не грелись. А так вот припаять все очень просто. Кому более подробно надо, я ссылку оставлю в описании, как все делал.